Всем привет, я Елена Руденко, мое магическое имя Валтея. В этом видео я не буду рассказывать о своем салоне магии, перечислять эзотерические передачи и шоу, в которых я принимала участие как эксперт, о моей работе на спецслужбы. У меня много учеников и много желающих учиться магии, но я не успеваю всем уделить внимание в реале. Я решила безвозмездно делиться своим опытом онлайн. Гадать на Таро может научиться любой человек. Вам не надо оплачивать дорогостоящие курсы. Достаточно посмотреть мои учебные видео. Для удобства я на своем YouTube-канале «Ангел 50 на 50 Демон» сделала отдельный плейлист «Таро. Уроки магии». Уроки магии Таро Райдера Уэйта, 8-я часть, карта Таро «Влюбленные». Архетип «Любовь». Ключевые слова «Перекресток», «Выбор», «Слияние», «Соединение», «Любовь». Число 6. Раскручивающаяся спираль. Число Бога, проявленного в мире. По Пифагору это первое совершенное число, так как представляет одновременно сумму и произведение своих частей. Астрологическое соответствие Венера. Это карта человеческой любви, как выражение единства и гармонии и, соответственно, части пути истинной жизни. В духовном смысле эта карта символизирует таинство Завета. С другой стороны, влюбленные – это и недостижимые идеалы, и неврозы на почве любви, и слабость принятия решений, и внутренние противоречия. Влюбленные – очень узнаваемый типаж. Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Одиссей и Пенелопа, Парис и Елена, Наполеон и Жозефина. Перечислять можно до бесконечности. Символика влюбленных. В лучах солнца распростер руки ангел, посылая на землю божественные энергии. На переднем плане обнаженные мужчина и женщина. Это Адам и Ева в Эдемском саду. За спиной Адама дерево жизни, а змей уже обвился вокруг дерева познания позади Евы, готовый преподнести людям первый урок. Адам и Ева в раю олицетворяют чистую невинную любовь, не оскверненную грубыми плотскими желаниями. Женская фигура символизирует влечение к чувственной жизни, в котором заложено грехопадение. Однако Ева скорее оружие промысла Божия, нежели добровольная искусительница. Именно через вмененный ей грех человек может реализовать себя и в конечном счете спастись. Архангел Рафаиль с распростертыми крыльями – благословение свыше. Солнце – божественное присутствие. Облака – божественные энергии. Древо познания с запретными плодами и обвившийся вокруг него змей – намек на грядущие испытания, искушения, соблазны. Древо жизни с 12 плодами – райское дерево, описанное в Библии. Оно приносило плоды каждый месяц, и человек, питаясь ими, оставался бессмертным. Гора – мировая гора, у подножья которой растет дерево жизни. Мировая гора – это центр мира, истоки всего и божественной силы, и костной материи. Красный цвет горы выступает как символ жизни. Толкование значения карты «Влюбленные Таро» связано с чувственным началом, эмоциями, которые преобладают над разумом. Как правило, шестой аркан сопровождается позитивной трактовкой, ну а также может предвещать абсолютно любые эмоции, от положительных до отрицательных. Эмоции зачастую затмевают разум и не позволяют сосредоточиться. И тут важно помнить, что розовые очки всегда разбиваются стеклами вовнутрь. В качестве карты дня Таро «Влюбленные» призывает наслаждаться удовольствием и предаваться радости, но предостерегает от неверных решений. В гаданиях аркан «Влюбленные» свидетельствует о наличии у загаданного человека эйфорического состояния и приподнятого настроения. Влюбленные говорят о эмоциях, которые провоцируют выброс эндорфинов, от хобби, нового увлечения или партнера, работы, спорта, мероприятий и даже от состояния аффекта. Шестой аркан характеризирует бурное воздействие, наличие симпатии. При этом стоит помнить о балансе, ведь чем больше чувств ложится на одну чашу весов, тем меньше разума и логики остается на другой. В гаданиях на отношения и любовь карта утвердительно отвечает на вопрос о наличии любви по отношению к вам, но не указывает на единичность выбора. То есть чувства мужчины, например, могут распространяться не на одну партнершу, а сразу на нескольких, а о каких-то сроках таких связей речь вообще не идет. Я не использую в гаданиях перевернутые карты Таро, но использую их в обрядах. В гаданиях на отношения и любовь перевернутая карта Таро «Влюбленные» означает безответную любовь, сексуальную несовместимость. Карта Таро «Влюбленные» в раскладах на работу и карьеру показывает важность партнерства и умение работать в команде. Впереди вас ждет выгодное сотрудничество, начало новых успешных партнерских отношений. Еще одно значение карты «Влюбленные» в раскладе на карьеру может означать служебный роман. Перевернутая карта Таро «Влюбленные» в раскладах на работу и карьеру предупреждает, что нужно проявить осторожность.
Переговоры с партнерами могут затянуться, а для достижения взаимовыгодных условий придется приложить немало усилий. Служебный роман может навредить карьере, репутации, да и сами эти отношения быстро превратятся в проблемы. Расклад карты «Влюбленные на финансы». Человеку предстоит сделать выбор, как распорядиться деньгами. Вероятнее всего, речь может идти о том, куда вложить накопления, чтобы в будущем они приносили еще больше доход. От этого решения может зависеть дальнейшее благосостояние человека, которому гадают. В раскладах на финансы перевернутые влюбленные показывают, что средства тратятся нерационально. Стабильность материального положения может оказаться под угрозой или в будущем появятся непредвиденные траты. В раскладах на здоровье карта влюбленные указывает на то, что получится преодолеть все проблемы со здоровьем, и немалую роль в этом сыграет поддержка близких. Возможно, помощь придет со стороны опытного врача. Также карта говорит, что не стоит пренебрегать терапией и лучше пройти обследование. В раскладах на здоровье перевернутые влюбленные показывают, что нужно обратить внимание на нужды тела и его потребности. Чаще всего речь идет об нехватке отдыха, необходимом количестве сна и несбалансированном питании. На вопрос «да» или «нет» карта влюбленные отвечает «да». В раскладах на наличие или отсутствие магического воздействия влюбленные часто указывают на наличие любовного колдовства. В качестве талисмана в виде кулона или брелка, а также на заставке мобильного телефона влюбленные помогают сделать правильный выбор, завоевать доверие, заключить союз, найти любовь, укрепить чувства, улучшить здоровье. В обрядах карту Таро влюбленные можно использовать в любовной магии для привлечения и сохранения любви, для вызова сексуального желания. Перевернутую карту Таро влюбленные можно использовать в обрядах на разрушение отношений. Перевернутую карту Таро влюбленные можно использовать для наведения порчи на импотенцию. Карту Таро влюбленные можно использовать в денежных обрядах, например, для удачного заключения сделок. С помощью перевернутой карты влюбленные можно сделать порчу на врага, чтобы его уволили с работы. Если у вас есть вопросы по этому видео, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если нет, дизлайки. Если вы еще на меня не подписаны, обязательно подпишитесь. Некоторые мои видео доступны только моим подписчикам.